что моя мамочка, а? Красавица, мамочка. Да, двое деток у нас. Друзья, пожалуйста, помогите накормить детей. Прошу вас, мои хорошие. Помогите накормить детей. Этот ролик обращение к вам. Нам нужен корм, нам нужна помощь. Друзья, это просто дети. Просто дети. Пожалуйста, не каждый может взять их домой. Но каждый из вас может пожертвовать 100 рублей, чтобы накормить ребенка. Прошу вас, ребята, пожалуйста, отзовитесь. Ох, ребята, какой же ливень сейчас ливанул. Это просто ужас. Это, представляете, что бы стало с этой коробкой, если бы я не успела забрать малышей? Это просто нечто. Лила, конечно, очень страшно. Малышня сидит в будке, потому что вольер ничего не закончен. Ливень не дает. Ну ничего, убираем, меняем, кормим. Да, друзья, здесь два помета, два. Одни коротколапые, малюсенькие совершенно, совершенно. Просто коротколапики. И трое ребят, которые постарше, побольше. Вот черненький и с ним вот еще два. А остальные коротколапые манюсечки совсем, ребята. Вот, ну что такое кастрюля у меня трехлитровая, вот такая плоская. Вот, они одного уровня с этой кастрюлей, да. Да что ты такое, грозные собаки мои. Мамины красивые, да, красавчик мамин. Ты у меня кто? Мальчик, красивый мальчик. Да, да. Сейчас, ребята, сделаем. Сейчас, ребята, мы делаем вам вольер. Делаем вам маленький домик. Так что, ребята, вот такие у меня новости на сегодня. А сейчас звонок поступил, что на кладбище еще такие же малюсенькие малыши бегают. Но, ребят, я уже не знаю, что делать. Я просто не знаю. Лапки тоненькие-тоненькие. Маленькие-маленькие. Да. Все коротколапые, все с глазками почему-то, еще аж голубыми. Что, мои хорошие, сейчас мы вам строим. Строим, ребята, какой-то вольер. Глаза у всех синие, что меня больше всего поражает. Манюсенькие, коротколапые, вон какие лапочки, смотрите. По поводу щенков. Нашли всех сразу. Их выкинули также за огородами. И почему-то два помета. Самое грустное то, что они от очень маленькой собачки. Я думаю, что они ростом будут сантиметров 25-30, когда вырастут взрослыми. Настолько они крошечные. Вот в этих я не сомневаюсь, они действительно будут крошечные, потому что, судя по зубкам, им где-то около полутора-двух месяцев. Устали дети. Сейчас мы им приготовим, сейчас поднасыпим, поселим, матрас положим, и детки будут спать. Что, мои хорошие? И что творим, а? Я вам постелила, да. Здесь еда, вода. Там закрыли, да. До завтра. Ребята, до завтра вы у нас здесь ночуете. Места хватит и в туалет, и попить, и покушать, и поиграть. Мои хорошие, маленькие, вредюченькие. Все, ребята, до завтра. Будку полностью закрывать не буду. Вот так оставлю свежий воздух. Да, на улице тепло, так что не замерзнут ночью дети, тем более, что их много. Все, ребята. А завтра уже будем думать, как что-то делать. Завтра будет у них хороший вольерчик, маленький. Сейчас завтра зашью все фанеркой, все это красиво, аккуратненько. И будут у меня здесь маленькие дети. Ну вот, новая мелочь. Из полей. Коротколапые, мелкие. Здесь три помета смешанных. Насыпь посильнее. Ну как, ребят, налюбовались на вот этот цветник, на разнообразие маленьких детей, выброшенных из жизни. Неужели можно остаться равнодушным, глядя, как они плачут, смеются, радуются? Да. Ласкаются, лапами стукают. Для них человек это маменька, друг. Они еще не понимают, какими страшными могут быть люди. Друзья, я вас очень прошу, давайте покажем малышам,
что мир может быть добрым, ласковым, нежным, заботливым. Я обращаюсь к вам. Помогите выжить этим детям. И если вы нам поможете, мы найдем им семью и подарим этим детям жизнь. Дадим им второй шанс. Вы с нами, ребята? Пожалуйста, подумайте и приходите к нам насовсем. Становитесь нашим другом. Ведь быть добрым может быть позволить себе только очень сильный человек. Быть добрым в наше время очень трудно. Я призываю вас быть сильными, быть добрыми, милосердными, настоящими. Иначе зло нас захлестнет. А мы должны думать о наших детях и внуках. Вам кажется, капля, ерунда. Подумаешь, помог бездомному, перевел 100 рублей. Ребята, это капля добра. Она нужна нам, чтобы этот мир не погиб. Везде по капле. Я не знаю, как найти настоящие хорошие слова. Я говорю вам то, что чувствую, во что верю. И к чему я вас призываю? Быть добрыми, помочь детям.